Кошечка Грейси, малышка, была взволнована поездкой к специалисту. На днях успешно прошла стерилизация нашей особенной девочки Грейси из домашнего мини-приюта «Девять жизней». Она инвалид на трех лапках. Долго не решалась волонтер Влада стерилизовать ее после трех пережитых ранее наркозов. Ведь по факту мы пытались спасти то, что уже нельзя было. И по итогу ампутация ее задней конечности была просто-напросто неизбежна. Грейси научилась жить со своей особенностью. Оставшаяся нижняя конечность деформирована от рождения из-за неправильного скрещивания ее породы, а также у нее короткий хвостик. Также у Грейси на фоне пережитого практически полная слепота. Дорогу в ветклинике своим ходом Грейси перенесла очень тяжело, вплоть до пены изо рта и смены пеленок. Назад везла волонтер девочку на такси. Грейси оказалась паникерша такая. Но, думаю, тут есть вполне логичное объяснение. Думаю, она просто намучилась уже по ветклиникам ранее ездить. И есть некий страх просто-напросто из-за этого. Но, к счастью, успешно доехав и вернувшись в свой приют, Грейси была обнюхана и проверена другими хвостиками приюта. И, в принципе, все прошло хорошо, и конкретных, кроме паники, противопоказаний после стерилизации выявлено не было волонтером. Сейчас на содержании домашнего мини-приюта «Девять жизней» более 70 хвостов. Ребята, как вы знаете, актуальна любая ваша поддержка животным этого приюта. Малышек дома, дома, все.